Привет, ребят! Сегодня у нас мукбанг, мукбэнг, мукбэнг. Ребята, вы посмотрите, сколько вкуснотений! Я такой голодный! Давайте присоединяйтесь. Вместе позавтракаем, пообедаем, поужинаем. В зависимости, depends on time, у кого какое время. Ребята, это роскошь! Вы посмотрите, какая роскошь! Слушайте, я не шучу. Я правда так счастлив, потому что у меня на самом деле просто... Знаете, я обожаю это все, я обожаю фастфуд, хотя его себе редко позволяю. Так, сегодня KFC... Я взял на пробу, посмотрите. Первый раз пробую сегодня. Сейчас я вместе раскрою эти божественные бургеры. Вы посмотрите, какая вкуснотень. Посмотрите. Боже мой. Я не могу. Это так вкусно. Посмотрите, какая роскошь. Это я... Ребят, я не ел на самом деле. Почему я так радуюсь? Потому что я не ел, но я не знаю, вот так получилось, что у меня сегодня перерыв в еде где-то, наверное... Я даже не обедал еще. Еще не обедал, хотя вот у меня время уже вечернее, время ужина. Посмотрите, булочка какая. Зернышки вот эти. Боже мой, ребята... Вау, вау, просто вау, ребята, у меня еще ножки. Слушайте, не, я с ума не сошел, я просто реально очень хочу есть, очень. Вы не представляете, какой аппетит. Боже мой. И картофель фри. French fries. French fries. Так, пить я сегодня буду. Здесь у меня еще помидорки. Давайте положу я сюда красивенько. Чуть-чуть еще зелени сюда. Кинза, да, я обожаю кинзу, вот что касается именно из трав, то именно кинза. Я сейчас все это съем. Так, пить я буду сегодня кока-колу. Кока-кола зеро. Кока-кола зеро. Не знаю, я почему-то люблю именно кока-колу или пепси, неважно, не суть важно, но либо это пепси лайт идет, а кока-кола зеро без сахара, да. Я знаю, они вредные, но я люблю почему-то очень. Я не знаю, я вот очень люблю. Очень. Все, ребят, я начинаю есть. Мне сейчас надо насытиться, покушать. Может, я голодная. Даже не думается, серьезно. Столько всего есть рассказать, правда. Так, с чего начну? Здесь какой-то у меня чизи делюкс. Не знаю, это он, не он. Наверное, вот это чизи делюкс. Вот это делюкс от шеф-повара. KFC там бутерброда. А, вы знаете, такую вещь заметил. Очень удобно. А, в магазине еще был. Так, я попробую вот этот вот. Deluxe cheese, да? Значит, здесь у меня курочка. Здесь ломтики помидора. Видимо, соус, майонез, салат, сыр. В общем, давайте.
Вау. Вау. Колу сейчас бы пивка или что-нибудь такое. Прям да, настроение. Сегодня настроение прямо. Да. Что-нибудь пивка бы. Сейчас бы с удовольствием. Надо купить, у меня нету. Ребят, вау, 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 вау. Помидоры купил, в магазине был сегодня. Сейчас расскажу. В гостях был. Приехал, дел кучу переделал. Помидоры. Знаете что? Прям на самом деле. Очень мне понравились. Смотрите. Это помидоры этой фирмы, знаете, какой? То, что, короче, по телеку. Фламенко. И они вот именно не пластиковые, как обычно, да? Ну, не то, что обычно. Я вообще люблю грунтовые помидоры, которые такие большие, знаете? Они именно ароматные идут, да? А, такие, ну, короче, поняли, с запахом и все как надо. А есть такие водянистые, такие как пластиковые их называют. Так вот, я что хочу сказать. Вот эти, вот действительно, вы знаете, не первый раз уже беру, и действительно они на вкус очень даже, очень, и на вкус, и консистенция. Просто это личный опыт, я вот рассказываю. Серьезно. И в упаковочке они так это упакованы, мне очень нравится. Классно. Сюда положу. Ну так вот. Дел кучу передел. В магазин надо было заехать, закупиться. Я стараюсь закупаться, ну, типа, там, знаете, ну, на пару недель, так, чтобы забивать в холодильнике. В магазин придешь? Майонез. В магазин придешь? И как начнешь ходить? И все это занимает часа два, два с половиной. Понимаете, в чем дело? Пока все ряды обойдешь, все это купишь. Слушайте, ну что хотите? В магазинах все есть, все. Полно. Полно. Ассортимент очень широкий. Ну, я в этом большой езжу. Закупаюсь в гипермаркет. Что хотите, что хотите. Чё я чокаю? Не чокай. А, что хотите? Что хотите? Вроде не пил еще. Вот. Поэтому пока там. Откуда эту моду взяли, знаете? Вот эти тележки, что брать. Зачем это надо вставлять в них вот эти вот, я не знаю, в Москве 10 рублей тележку берешь. Во многих супермаркетах, я за все не знаю, но вот куда я езжу, вот эти тележки, их надо там, допустим,
10 рублей и их отцепляешь. Честно, появилось это, ну как сказать, ну несколько лет, наверное, да? Раньше такого не было. И самое интересное, что раньше пакеты даже на кассе, да, они всегда лежали. То есть бери, упаковывай, сколько хочешь, продукты покупаешь, когда. Ну, то есть, вот это вот я вообще не понимаю, для чего в тележку сувать эти монетки. Это к чему? К тому, что вот я приехал, у меня, например, не было мелочи 10 рублей. И пришлось идти, понимаете, искать, обменивать. Ну, это понятное дело, есть всякие эти обменники, но представьте, вы засовываете там 100 рублей, допустим, и вам выдают эти все. В общем, короче, вот эту тему я вообще не очень понимаю. Еще ее вести потом, это если эти 10 рублей забирать. В общем, короче, целая история вот с этими тележками вообще нафига? Неужели кто-то, типа из каких-то соображений, кто-то берет, что ли? Или что? Ну, серьезно, не понимаю. Короче, дело к ночи. Почему это так все вкусно? Именно с колой, я не знаю почему. Так, я хочу ножку попробовать. Хочу попробовать ножечку. Хотя вроде как еще у меня есть тут зеленушка, помидорку. Пробуем. Смотрите, какая. В сухарях. Фух. Слушайте. Сори. Посмотрите. Просто, ну это реально. Реально роскошь. Она очень криспи, хрустящая, very crispy. Very good. Very good. Ну, мне некоторые говорите, ты так это. Да, я люблю поесть. И что? Даже вот эту сейчас съем. Был в гостях. У друзей. Кость я выну. Отломлю нахер. Вот эту сейчас съем. Как это называется? Очень вкусно. Ну, короче, вот эта часть. Ну, вот эта штучка. Был в гостях. Поехал к друзьям за город. У нас там своя компания хорошая. Короче, сидели, классно отдохнули. Все такое, развлеклись. Сижу. Я просто удивляюсь, вы знаете чему?
Я же вроде как, получается, жених на жених. Ну, как это называется? Человек, которого как-то жених. Как это? Жених на выдане, да, это называется, по-моему, если я не ошибаюсь. Когда типа того, что знакомит. Я уже просто, вы знаете, вот тоже, некоторые тоже что-то там это думают. Я еще раз говорю, я куда не поеду, меня правда хотят познакомить. Угу. Я уже прям даже не удивляюсь. Короче, у друзей сидели, тусили, отдыхали, развлекались, пили, гуляли. Угу. Пошли соседям. Вечером звонят. У нас гульбарий в самом разгаре. А у них коттеджный поселок такой хороший. Там все есть. Соседи, короче, их тоже, ну, все друг друга знают. Соседи позвали, значит, к себе. Приходите. И все тусуют, главное. Ну, как сказать, вечер. Ну, не все. Так совпало. Заходите. Они, короче, на участке поставили, вы знаете, баню новую. Но это даже не баня. Всю картошку съел. Это целая отдельная, поэтому там баня, типа, как дом. Ну, короче, это баня, даже не баня, а как свой банный комплекс. Короче, там огромную, они, типа, заходите, посмотрите, типа, попаримся и все такое. Ой, напарился. Сейчас расскажу. Ой, слушайте, вкуснота какая. Какая вкуснота, боже мой. Крумная чизе. Сыр плавленый там. Очень вкусно. И там все. В этой бане. Во-первых, бассейн метров, наверное, 10, а может быть чуть больше, 10, может 12, не знаю. Короче, достаточно длинный, чтобы плавать, да, нормально можно было туда-сюда. Потом, значит, у них там хамам свой, сауна своя сделана. И все это сделано так, что, знаете, как комната, бассейн. И рядом с бассейном получается, как вот это все, и шезлонги, и стол, где можно есть, сидеть, и свой барчик, и все такое. Даже свои раздевалки там есть, разделено на мужскую и женскую. Ну, то есть, женская и мужская. Прям вот это все повесить, чтоб и так далее. Это все вот, да, на участке у них построили. А офигенный просто комплекс, короче, наплавались. В этом бассейне даже специально, там, знаете, эти течения сделано, чтобы волны были. Еще отдельно даже есть такой джакузи круглый. Вот. Короче. Напарился. Я же баню очень люблю. Очень люблю. Причем баню в любом виде. Любую сауну. И хамам. И еще есть баня новая, инфракрасная она называется. Инфракрасная баня, это когда там что-то садишься, там температуру выставляешь, и вот это вот все, короче, это нагревается, типа сауны. И хамам, эту финскую сауну очень люблю. Но больше всего я люблю, это у моих друзей, у них есть... ну, не в Москве, это, знаете, обычная, ну, наша такая русская баня по-черному, да? Угу. Которая топится дровами. Кто, если в деревне бывал, знает, что это такое.
Вот это вообще не сравнится вообще ни с чем, реально, really. Когда банька натоплена дровами, это вообще с вениками, этим еловый веник, из дубовых листьев. Но это вообще, ребята, это кайф. Особенно это кайф зимой. А знаете, распаренный после баньки и в сугроб. Вот это вообще кайф, ребят, ну серьезно, вот кто, да, это просто, это вот реально, вот я, честно сказать, вот людям, которые, я просто даже белая такая зависть, у кого есть возможность, вот это вот баня, ну это просто, знаете, даже как говорится, кто парится, тот век не старится. Обязательно, обязательно. Вот я сколько ездил, сколько бывал, сколько бываю, всегда обязательно у тех, у кого вот это вот баня пачка, всегда. Стабильно. В зависимости от того, ну, насколько я там на неделю ездил. Езжу на две там, если... Ну, что-то, в зависимости от сезона. В любом случае, пару раз в неделю, 2-3, 100% ходим. Ну так вот, у этих соседей там опять, понимаете, так совпадает, что есть девчонка была, ну как девчонка, девушка, женщина, которая тоже свободна. Посмотрим, посмотрим. Я ее не первый раз уже вижу, но как-то все не пойму. Не пойму пока, как-то вот мы так общаемся, классно, все. Но не знаю, не знаю пока. Вообще, на самом деле, выбор действительно вот так получается. Много, много одиноких вообще девчонок, девушек, женщин. Много, много на самом деле. На самом деле, если вот так подумать. Я вот думаю, все, может, я знаю, я тоже не один такой, который там, да, у кого нету, не встречается, нет пары своей, нету девушки. Я тоже, наверное, не один, да, в этом плане. Я все это прекрасно понимаю. Но просто я об этом говорю, да? А так вот, женщин тоже полно-много тоже, оказывается, одиноких. Не, ну, то есть я и знал, что их полно, их много. Много, действительно, это вообще сложно кого-то найти. Не знаю, но я тоже не один такой, что у кого нет пары. Тоже не один. Сложная, сложная тема. В общем, короче, пока не знаю. Ну, не то, что, но как бы не, ну, не переходит у нас вот это. Вот мы встречаемся, я ее видел несколько раз, но пока такого коннекшена, коннекта, такой флирт, скорее всего, но такого не переходило это, чтобы знакомиться вне этой компании, да, отдельно встретиться. Но, в принципе, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Вот, в общем, вот так, ребята, слушайте, я сейчас это все доем тоже, буду кушать. Ой. В общем, рад был вас очень видеть, я по вам безумно соскучился, да, у меня дела какие были свои, полно надо было решить дело, отъехать, то есть все. Не было там у меня пару дней. Спасибо, конечно, очень приятно, что вы так ждали. Мне очень это приятно. Я вас очень люблю. Скоро увидимся. Напишите, что думаете, и до встречи. Пока. Обнимаю.